Здравствуйте, друзья! Это почти что программа «Готовим дома», только это не она. Потому что мы не будем с вами нифига готовить, точнее, готовить буду я. Но поскольку у меня есть время для того, чтобы с вами пообщаться, а мне нужно сварить борщ, я решила, что мы сделаем с вами это вместе, потому что делать что-то одно мне слишком скучно, поэтому надо это делать. Значит, давайте изначально оговорим с вами, что вы можете задавать вопросы, я практически как за рулем могу на них отвечать, только я буду готовить. Почему я готовлю? Потому что у меня, у Евы начались уже проблемы с животиком, к сожалению. Начала жаловаться на то, что болит живот, и я поняла, что ее питание пора перестроить. И, в общем-то, начать нормально готовить еду, чтобы ребенок мог есть нормальную еду, ну или заставить его ее есть наконец-то, потому что моя Ева, как и все нормальные дети, любит есть только всякую фигню. Вот, поэтому я буду готовить борщ, потому что скоро мне нужно будет ехать забирать ее со школы. А вы можете со мной общаться на абсолютно любые темы, и я вам все обязательно расскажу. Договорились? Вот. Такой вот необычный эфир. Я буду периодически зачем-то убегать, если мне понадобится это делать, потому что я же тут не кулинарную школу открыла, чтобы все приготовить. Но тем не менее, если вам интересно, я вообще за оптимизацию, поэтому я покупаю готовые наборы. Кто-то говорит, это дороже. Я, честно говоря, не смотрю на ценники, но я знаю, что время – это наш самый ценный ресурс. Поэтому вместо того, чтобы чистить картошку, капусту, свеклу, морковь, у меня это все уже готово. Вот, это, наверное, еще раз говорит обо мне, как о человеке, который ценит свое время. Вот, а мы можем, еще раз говорю, разбирать с вами любые ситуации в это время. Поэтому давайте, не стесняйтесь. Я не готовила тему, ничего не готовила, потому что это, опять-таки, точно так же получается спонтанно, как и в машине. Я очень люблю такие эфиры, когда спонтанно, когда нету никаких шаблонов, заготовок и прочих вещей. Вот, эфир интерактив, да, благодарю, пусть это будет так, тем более, что у вас всегда есть вопросы, а я всегда, знаете, как когда я была в шоу-бизнесе, меня научили всем приемам интервью. Главный прием, которым используют и артисты, и люди из политики, которые, в принципе, тоже являются артистами и в прямом, и в переносном смысле, особенно в нашей стране, звучит так. Говори то, что тебе нужно сказать, и все, здрасте, и никого не слушай. Вот, конечно, не очень красиво, но, знаете, так забавно, когда приходишь, говорит, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, правда ли вы, что вы спите со своим продюсером? Вы говорите, да, действительно, мы планируем выпускать свой новый альбом, а как вы узнали? Вот так это в жизни и происходит. Кстати, сейчас же запустился Клабхаус. Я периодически пытаюсь попасть в эту замечательную сеть. Попасть – это в плане послушать. Но, честно говоря, мне пока не интересно, потому что, наверное, мне не интересно, когда говорит кто-то другой, а не я. Я понимаю, что там нужно планировать какие-то эфиры, чтобы люди знали, еще желательно кого-то приглашать. Но, в общем, пока что эта движуха мне не сильно заходит. Я сильно пытаюсь что-то послушать, но не очень. Когда готовите, волосы нужно убирать. Я вот обожаю таких умников, как вы, Тань. Когда готовите, нужно волосы убирать. Вот, пожалуйста, убирайте волосы, когда готовите. Давно напотрапляла до вас на эфир. Вот, видите? И как раз все сложилось. Так, я пошла за солью. Я пока, конечно, могу говорить. Пока могу говорить, но не буду. Но не буду. Вы знаете, вот это вот желание людей все время поумничать и рассказать другим, как нужно жить. Волосы, ноги, руки. А вы бреете лобок? Тот, кто у меня спросил. Расскажите мне, пожалуйста, бреете ли вы лобок и выбриваете ли вы все части тела? Давайте этот момент обсудим. По поводу волос. Везде ли вы такая, Танюшенька? А я по гороскопу лев. Лев. Так, у нас кипит пока что-то. Сейчас главное не дожить до вот этого моего любимейшего момента, когда убегает что-то с кастрюли. Знаете, у вас такое бывает... Сережа всегда с меня ржет и говорит, что меня убегает всегда. Я ему говорю, что это он демон. Так, мне 27, родственники давят по теме, где внуки. Я решила общаться минимум, но когда приходится, заводят об этом тему. Как реагировать? Ну, вы можете сказать, что вообще вы
думаете об усыновлении или о дочерении, потому что вы лесбиянка. То есть, знаете, нужно дать родственникам возможность насладиться этой темой. Сказать, что пока что вас устраивает секс-оргии, и вы очень переживаете, что не будете понимать, от кого точно ребенок. Поэтому пока решили не торопиться, вот, и когда будете готовы, тогда да. То есть, ну, постебаться на эту тему, для меня, честно говоря, дико, что люди до сих пор лезут в это, но я обычно... Ну, мне никто такие вопросы, честно вам скажу, не задавал, но если человек лезет в какую-то мою личную территорию, ну, вот вы только что видели, да, я очень жестенько, с прекрасным настроением ставлю на место, то есть у меня нету в этом плане рамок, если человек позволяет залезть мне куда-то близко, я имею право сделать то же самое, вот и все. Так, хорошего дня, лучшего настроения, спасибо. Вот, поэтому тут, знаете, вот, юморите как хотите, вот, ну, у меня, вот, мне сложно говорить, я родственников и всю вот эту кутерьму изначально отставила очень далеко от своей жизни и от себя, потому что меня это вообще не забавляет, история, когда кто-то сует свой нос в мою жизнь, вообще, это как-то дикенько, поэтому я могу и нахер послать, вот, это уже все прекрасно знают, поэтому не особо стараются, видишь, когда лезут на нашу территорию, когда понимают, что не получат отпор, а когда понимают, они не лезут. Так, здравствуйте, Сергей, вы думаете, как бы вам пробраться в вашу спальню ползком, может пробежать, типа ты кот, вот, это мужчина, который подживает со мной, так, да, а мы берем тем временем картошку, потому что даже луковица была, я не видела, ладно, вот, да. Ну, это дурацкая манера, вот, действительно, залазить в жизнь других людей. Но у меня, например, когда ты учительница какая-то попробовала залезть, я тут же залезла в ее постель. Тут же! Она охренела просто. Она такая, что за вопрос? Я говорю, ну, вы же считаете, что вы имеете право задавать мне вопросы личные? Я вам тоже задаю личные вопросы, что вы думаете? Мне тоже интересно, как часто у вас, как точнее, как давно у вас этого не было, что вы такая немножко напряженная женщина, мы можем об этом с вами поговорить? Вот, это хорошо действует, прикольно. Помните, убивайте людей их же оружием. И раз они его выбрали. Вы тут еще и добренькие, они же его выбрали. Щекотливые темки. Так, муж прокрался только что, он не прокрался, он прошел. Гордо продефилировал, я бы сказала. Так, если парень не знакомит с родителями, стоит ли париться? А зачем вам знакомиться с его родителями? Вы замуж за него собираетесь уже, вот оно вам надо, подождите, пусть родители сами захотят с вами знакомиться. Я вообще не понимаю вот этой всей истории. Вы придите к нему, останетесь ночевать, утром вылезете из-под одеяла, скажите «Здрасте!» Как там вас зовут? Ирочка. Ира! Меня зовут Ира! Вот, я не понимаю, зачем вы все время все усложняете другими людьми. Вот смотрите, все вопросы и все проблемы всегда из-за того, что кто-то что-то не делает. Зачем вам нужны его родители вообще? Меньше знаете их, лучше спите. И они лучше спят. А то потом начнут давать ему советы, что вы не такая, не сякая. Это ж, блин, вечная история. Не залазьте, куда вам не надо. Все, а мы режем картошечку. Вы смотрели в детстве программу с Максом, с Андреем Макаревичем? Господи, я просто умирала. Просыпалась в воскресенье и ждала. Когда же, по-моему, в субботу или в воскресенье, я не помню за эти дни. Но помню, что было дело. Так, а почему они, интересно, лук не порезали? Хотел, чтобы я поплакала. Смотрите, как все завакуумировали. Прям невозможно отрезать теперь это все. Прям старались. Сейчас начнется шипение. А что так много всего, ладно. Что-нибудь с этим сделаем. Подумаем об этом. Мы посудим. Так. Наверное, девяточку мы все-таки выключим, чтобы не так сильно шуметь. Что вкусное готовите? Я готовлю борщ. Я вообще обожаю супы, честно вам скажу, готовлю их практически каждый день и очень быстро. Я вообще все делаю очень быстро. Вот, но дети мои больше любят борщ, особенно Ева. И поскольку сейчас у меня стоит задача, вот сегодня Ева с утра начинала с овсяной каши. Крутилась, вертелась, невозможно. Я вообще не ем овсяную кашу, но дети приучены к кашам няней, за что ей, наверное, спасибо. Но отвыкли.
привыкли более вкусной еде, а сейчас мы переходим типа на какую-то более, сейчас, сори, более правильную еду. Потому что стала жаловаться на боли в животе, а вижу, что все время что-то в рот кидает, ну, нормальную еду не ест, знаете, все время то бутерброд, то печенька, то сыр расплавила, то какао сделала, ну, короче, не очень правильное питание для ребенка. Волосы лежат, я их как-то засунула в этот, поняла, что сейчас будет вот это все красненькое, и волосы у меня могут быстренько это в красненькое впитать, поэтому я их засунула в футболку. Я вообще, короче, расскажу вам историю. Я сегодня встала с утра и поняла, что вчера я целый день была в разъездах. Целый день. И я так дико устала, просто какой-то капец. Мы с Евкой ввалились в квартиру в 9 вечера, уже просто ввалились. И я поняла, что мне нужно переделать кучу всяких дел. Я не пойду на тренировку, думаю, ладно, переделаю эти дела. Короче, я все утро ходила, бегала, не ходила по квартире и все время что-то переделывала. То что-то доубирать, то что-то перебрать, то что-то это, то пост написать, то куда-то ответить. И, короче, я думаю, господи, лучше бы я уже на эту тренировку пошла. Я бы хотя бы не так сильно устала, как сейчас. Сейчас вот у меня еще есть сейчас 11, у меня буквально 30 минут на борщ, и я выезжаю, мне нужно поехать, у меня мини-встреча, и потом забираю детей со школы. Но сейчас главное успеть приготовить этот борщ. Ну, а эфир я решила вот заодно, как говорится, заодно, чтобы и вам было весело, и мне не было скучно. Так, вы следите за питанием девочек, а не спортсменки. Ой, как вам сказать, в каком плане слежу? Они не едят много. Да, у Алису взвешивают каждый день. Тренер на гимнастике взвешивает гимнасток каждый день, фиксируя каждый их 100, 200, 300 грамм. Они себя держат в этом плане. Но вопрос в том, что они, например, хотят съесть калории с шоколадки, а не с каши. Это правда. Вот. И поэтому, как вы понимаете, ну, Алиса, у нее таких проблем нет. Она иногда набирает свои 300-400 грамм. Но, повторюсь, Алиса художественная гимнастка, профессиональная. У них очень жестенько. Вот. А к чему я вам это чудесное все говорю? Вот, а Ева, она как бы худенькая тоже, но Ева очень любит сладкое, очень любит. И она может есть исключительно сладкое. Она делает вид, что она что-то ест, а потом она где-то ворует конфеты и так далее. И вот у Евы начались, естественно, проблемы с животиком. Вчера мы были у врача, и нам выписали, ну, как бы, человеческую диету. Сказали: мать, займитесь детьми, пожалуйста, потому что что-то не так они едят. Ева, видимо, испугалась, потому что я ей сказала, что ей придется глотать зонд. В общем, такая трагическая история. Ну, на самом деле, ничего плохого не происходит, но появился стимул готовить детям еду теперь, а не просто открывать холодильник. Вот. А в контексте переедания нету такого, потому что, ну, у них каждый день тренировки по несколько часов. Они калории сгоняют. Хотя в гимнастике могли бы быть еще худее. Такое дело. Вот. Так, сейчас, ребята, я брошу лук этот. У меня просто одновременно и варится, и жарится, и парится, поэтому я туда посматриваю и чуть-чуть пытаюсь сообразить, что же происходит. Так, ну тут реально это из-за жарки на два этого. Так, знакомая набивалась в подруги, немного погодя стала выносить мозг. Когда я не поздравляю с каким-то праздником, я не поинтересуюсь, как дела, как отодвинуть ее за мои границы. Очень просто. Вы звоните или встречаетесь со своей знакомой и говорите: Катя, Маша, Лена, нам надо с тобой поговорить. Понимаешь, в моем понимании дружба это, и дальше вы говорите. Например, я говорю: это не напрягающая история. Это история про то, что ты понимаешь, что если я тебе не позвонила неделю или не написала, или забыла поздравить с днем рождения, это просто потому, что у меня такая бурная и сумасшедшая жизнь, а не потому, что я тебя не люблю или ненавижу. Поэтому у нас мы видимся, когда мы видимся, мы общаемся, когда мы общаемся, мы всегда друг другу рады и любим, но рассказывать мне, что мне делать, сори, нет, это в моем понимании дружбы не входит. И дальше вы либо продолжаете общаться, либо нет. У меня так было с некоторыми подружками, честно вам скажу. И, в принципе, со всеми, кого я считала своими друзьями, у нас все прекрасно разрулилось. Мы можем и сейчас, например, моя подруга Лена Петреску в путешествии, мы иногда с ней списываемся, но я знаю точно, что когда она там прилетит через 2 месяца путешествий, я буду одной из первых, кому она напишет и скажет: срочно встречаемся,
Вот, и мы встречаемся. Но если мы... Она не поздравляет меня с тем, что мои дети победили на турнире, а я не поздравляю ее с тем, что там что-то у нее произошло, то, ну, это не показатель. Мы не должны жить жизнями друг друга. Мы можем друг за друга радоваться, и то не обязаны. Ну, вот так я считаю. Это взрослые отношения. Тогда, знаете, без вот этого «ты мне должен», «я тебе не должен», «ты так подумал», «я так не подумал». Зачем? Так, смотрю ваш эфир натощак. Редко готовите? Да нет, вообще я готовлю каждый день что-то. Я часто готовлю, у меня же нету этой... Так, как это называется? Просто я люблю простую пищу. Я честно вам скажу, я люблю простую пищу. Я взяла, купила красную рыбу, порезала ее и съела. Авокадо открыла, съела. Сыр взяла, съела. Ну, то есть я не люблю что-то сложное. Ну, суп, но это очень быстро. Я покупаю министро, такой супчик, эти замороженные овощи всякие, вкусненькие, кукурузские. И фрикадельки делаю раз там в несколько недель, наморожу их и бросаю в воду кипящую фрикадельки, потом бросаю эти овощи, и мой суп готовый. Тру морковку, потому что мне нравится желтый цвет супчика. Вот как бы и все. Не заморачивайтесь там, где заморачиваться не нужно. Как быть такой энергичной, как вы? Часто лень преобладает, рассеивает внимание на пустяки. Но надо концентрироваться, нужно знать, чего вы от жизни хотите. Я очень знаю хорошо, чего я хочу. Я помню об этом каждый день. Я каждый день делаю на эту тему практики, и у меня всегда есть приоритет. Я всегда знаю, что должно быть в этом дне, в этом году и в этом месяце, чего я хочу, в принципе, от жизни. И исходя из этого, я сравниваю, лежу на диване и думаю, поможет ли мне лежание на диване сейчас достигнуть моей цели? Нет, я встаю с дивана. Все очень просто. Поэтому, чтобы быть энергичным не как я, а как вы можете, вам просто необходимо убрать лень и включить дисциплину, и включить желание, и понять, чего вы хотите, и избавиться от людей, которые такие, как вы сейчас, которые говорят, нормально и полежать. Вот и все. Так, значит, сейчас, друзья, секунду, я пытаюсь понять, сейчас я брошу свой борщ, свеклу со всей этой морковкой и потрясающей другой красотой. Сейчас, моя хорошая. Так, тут у меня все получилось. У меня еще капуста есть. Сейчас забросим капусточки. Ну, мы уже с вами почти сварили борщ, между прочим. А эфир-то всего, не знаю, сколько идет, не вижу. Так. Ну, в принципе, да. Сейчас все это поварится, так, выключайся. Еще чуть-чуть добавим красненького. Ну и все. Не все варится, но мы с вами вообще молодцы. Вопрос теперь, что делать с картошкой? Капустой. Главный вопрос нашего лета. Итак, мы с картошкой уже понятно. С картошкой мы уже решили. Ваш любимый салат. Я не знаю. Понятия не имею. Это, знаете, в советские времена мы знали там оливьешка, винегретик. Вообще как-то... Я очень в этом плане простой человек. Я вообще не люблю мешанины. Я люблю есть в чистом виде то, что мне нравится. То есть, например, я могу съесть вкусный черри помидор с моцареллой. Это похоже, да, на капрезе. Люблю. Могу добавить туда лосось. Мешать это все не обязательно, в животе перемешается. Я это все больше люблю, знаете, выкладывать у себя на тарелке и в животе. Сохраните эфир, да господи, ну зачем сохранять этот эфир? Мы же с вами просто готовим. Так, братик мечтает о деньгах, при этом ничего не делает, что ему посоветовать? Привык брать деньги с бабушки и воображать, что он богатый мужчина. Но до тех пор, пока братик сам не захочет что-то сделать... Вы понимаете, это же очень удобная модель. Ты берешь деньги, тебе их дают, и как бы это удобно. Он сам должен дорасти до этого. Что вы ему посоветуете? Чем больше вы будете оскорблять и обижать, что он лодырь, ничего не соображающий, тем больше ему будет это нравиться. Займитесь своей жизнью, покажите ему пример, как стать богатым и успешным человеком. Так, как сформировать новое окружение? Стать новым человеком. Стать человеком, который сможет притягивать новых интересных людей в свой круг. Понимаете? Вы должны стать интересны для других людей. Тогда это все произойдет. А пока вы сам не интересный, нудный и скучный,
Вот, с вами никто новый не захочет дружить. Вы должны быть интересны для других людей. Когда люди будут вам предлагать дружбу, когда вы будете где-то пересекаться, они будут говорить: «Вау, слушай, ты такой прикольный, классный, я хочу с тобой познакомиться» и так далее. Знаете как, написав в соцсетях кому-то, ты должен знать, что твоя презентация тебя или твой профиль, или то, кем ты являешься, будет для человека интересным, чтобы тебе ответить. До тех пор, пока ты не интересен, никто с тобой новый дружить не будет. Ну, по крайней мере, с тобой будут дружить люди такие же, как ты. Не лучше. Так, девушка 18 лет, есть ли смысл идти на рерайтер? Спасибо. Проблема с самоидентификацией всегда. Конечно, есть. Конечно, есть. 18 лет, если у вас есть такие мысли уже о том, что вам важна самоидентификация, то самое оно. Конечно же. Люди начинают это слишком поздно, в этом их проблема. А у вас есть возможность начать все правильно с самого начала. Это же круто. Так и есть. Да, я уже не помню, о чем я говорила, но да. Так, давайте чуть сюда повернусь. О, вы будете видеть, а то я тут... Заодно я буду видеть, что не буду убрать. То у меня тут варилово, просто вытягиваю все, что не нужно отсюда. Подозреваю, что нужна соль. Сейчас будем пробовать. Бывший муж не интересуется ребенком. Обидно за ребенка, забыть о нем. Да? Да, вы сейчас паритесь ребенком, бывшим мужем, вместо того, чтобы заняться собой. Ребенку нужна счастливая мама. Станьте счастливой мамой, найдите ему другого замечательного папу, и ваш ребенок будет счастлив. А вы снимаете ответственность с себя и начинаете засовывать ее на мужчину. Это, в конце концов, ваш ребенок, правда? Ну, так у нас как бы генетически заложено, что женщина за ребенка, ну, как бы больше... Вот, отвечает, дышит этим ребенком. Поэтому хватит быть жертвой, а просто займитесь жизнью и сделайте так, чтобы вашему ребенку, во-первых, это его не парило, во-вторых, он видел счастливую маму. И все, это ключевое. Со всем остальным он разберется. Потому что так вы его еще и лишаете нормальной мамы, которая в обиде за ребенка. Вы не за ребенка в обиде, вы паритесь, что у вашего мужа там он козел, он не так, он не то, он тут при чем? Вы? Это же вы та женщина, от которой он ушел. Прикиньте, вы или слишком хороши для него, или наоборот, но все равно виноваты вы. Виноват всегда кто? Я. Так проще жить. Как перестать обесценивать себя и других? А зачем вы это делаете? Задайте себе вопрос, зачем я это делаю? Вот как это перестать делать? Зачем вы это делаете? Когда вы найдете ответ себе на вопрос, зачем я обесцениваю других? Потому что я не хочу расти сам. Так вот, оказывается, в чем вопрос. Я лентяй. Тогда что мне нужно сделать? Мне нужно самому начать расти, и тогда я переключусь. И тогда я начну делать что-то правильное. Учитесь задавать правильные вопросы. Правильный вопрос определяет. Вот. А вы пытаетесь решить что-то такое нерешаемое. Вот, сама ушла. Вот, тем более. Вот, видите, но все равно начинаете париться. Это наша привычка. Это не потому, что вы плохой человек. Вы однозначно хороший человек. Но у нас же такая манера. У нас все время манера кого-нибудь вот-вот найти. Это такой генетический наш код. В нас заложены очень многие вещи. Почему генетические? Потому что они нам по наследству передаются. Из поколения в поколение мы это делаем настолько на автомате, что мы даже не соображаем, что мы это делаем. Понимаете? Поэтому нужно соображать. Сейчас время для того, чтобы мозг включать, учиться это делать. Мы не научены. У нас все так, по конвейеру. Будем учиться. Господи, мне кажется, что я сейчас этого борща все сниму. Ла-ла-ла. И все мне его добавил. Вроде да. Так, как стать уверенной в себе? Первый вопрос, который мы задаем. А, почему я в себе не уверена? Что мне не нравится? Почему я переживаю? Надо находить всегда корни, понимаете? Вот всегда нужно искать причину, почему вообще вы в себе не уверены. Каждый человек, в принципе, рождается нормальным человеком. Ребенок говорит: да, это моя игрушка, это моя мама. Потом ему начинают там: ты должен делиться, ты должен это, где-то наказали. Кто-то потом сказал, что ты вообще неумеха, кто-то сказал, ты ничего не умеешь, не знаешь, стой в стороне. Важно понять, где у вас это зародилось. В
вспомнить и спросить себя, почему это вообще произошло. Я же был маленький, я в это поверил. Чего я в это поверил? Надо обесценить, ну так условно, обесценить ту ситуацию, которая когда-то стала для вас ценной, которая когда-то, вы знаете, мужчина однажды какой-то урод сказал там, да ты не сексуальная. Вообще, непонятно, что за мужчина, почему он это сказал, но он это сказал, и вы это запомнили, и вы с этим начали идти по жизни, и выстраивать все свои отношения на почве того, что вам когда-то сказал кто-то. Вы уже не помните ни его имени, ни ситуации, но у вас есть уверенность, что вы не сексуальны. Вот нужно останавливаться. Когда у вас появляется, всплывает убеждение определенное с подсознания вашего, нужно остановиться и спросить себя, с чего я это взяла. Потом, что такое для меня уверенность, да, в данном случае? Окей, я не уверена, а что это для меня означает? Что для меня уверенность? Уверенность – это когда я бы что? Когда я бы не молчала, если бы хотела сказать то, что я думаю, а не затыкала язык в жопу. Отлично, прекрасно. Что еще? Уверенность для меня – это если бы, когда я шла в магазин, я бы покупала то, что я хочу, а не то, что мне советуют продавец или другие. Прекрасно. Вот уже у вас появляется список пунктов, которые вам необходимо сделать. Это момент преодоления. Как будто бы вам необходимо сорвать стоп-кран. Я не знаю, были ли у вас в жизни ситуации, когда вы в поезде, и есть стоп-кран. Я в детстве много ездила в поездах. Я помню, как мне хотелось сорвать стоп-кран. Просто мне страшно хотелось это сделать. Но это так круто, взять и сорвать стоп-кран. Я прям очень всегда ждала, что сейчас папа не успеет там на поезд. Знаете, как родители часто там с разных сторон ехали на вокзал. И думала, господи, так хочется дернуть этот стоп-кран. Но я могу сказать так, это похоже на то, как однажды человека послать в жопу, который вас сильно достал. Вот вам хочется его послать в жопу, и вы думаете, я вырасту и обязательно пошлю. Например, это учитель. И однажды вы вырастаете, приходите и посылаете его в жопу. Потому что все, у вас уже не исключатся школы, уже ничего не произойдет. И когда вы это делаете один раз, у вас как будто бы снимается порча. Вы понимаете, что вы свободны. Вы можете, это не означает, что надо всех посылать, но вы можете за себя постоять. Вы из состояния жертвы переходите в состояние хозяина жизни. Вы понимаете, что все, ничего не случилось, ничего не произошло. И вас начинает нести. Иногда заносит, конечно, но тем не менее, так это происходит. Поэтому составьте себе план, что для вас значит быть уверенным в себе, и давайте начинайте пробивать. Много комплексов со школы, учителей, ну и родителей, ну да. Много. Самой можно убрать неуверенность или нужен психолог? Приходите на рерайтер, и вы сможете убрать самостоятельно все. Тут важно понять природу и причину. Понимаете, модель, мне кажется, во всем очень сильно похожая. Очень сильно. Просто вопрос в том, что необходимо себя понять, необходимо разрешить себе. Вот это ключевое. Я считаю, что к психологам нужно обращаться в том случае, когда ты находишься в каком-то диком стрессе, и ты вообще ничего не в состоянии сделать. Почему? Потому что к психологам обращаться – это как к электрикам. Каждый раз у тебя в квартире много лампочек, и они будут перегорать. И тебе надо каждый раз звонить электрику, чтобы он ее выкручивал. Но если ты научился один раз ее закручивать, понял принцип, то тебе электрик не нужен. Это мой подход. Это не означает, что он идеальный и не нужны психологи. Нет, это моя позиция на жизнь. Я люблю научиться для того, чтобы это делать. Все, мне это сильно проще. Например, это моя история. Потому что я понимаю, что в жизни такое количество затыков, что если я свой мозг превращу в раба психолога, то я оттуда не выйду. Ну вот я настолько сложное создание, например, я признаю это, что я оттуда не выйду. Поэтому мне сильно проще научиться раздуплять себя саму, что я, в общем-то, весьма неплохо делаю. Могу, конечно, и задуплить, но и раздуплить. Так, ребята, мне нужно попробовать свой вкусный борщ. Сейчас. Почему постоянно есть страх ко всему новому? Потому что вы не привыкли делать что-то новое. Приучитесь к этому, начните постоянно внедрять что-то новое, у вас перестанет быть этот страх. Это всего лишь привычка. Привычка бояться, привычка не бояться. Все, это привычка. Жизнь состоит из привычек. Мы с вами... Посудомойка запищала. Мы с вами состоим из привычек. Мы все это набор привычек. Вот набор привычек мисочку отсыпать, кушать, набор привычек говорить и варить, и делать, не делать одно дело, а делать 155 дел. И так далее. Привычка некоторых котов ходить. Я вижу, что ты ходишь. Мой кот наматывает вокруг меня круги.
Здрасте. Я учитель, добрый день. Здрасте. Что значит быть счастливой? Ну, расскажите мне, что сейчас приносит вам счастье, то и значит. Могут ли обиды на родителей влиять на мою жизнь? Да. Они не могут, они влияют. Они формируют ваши отношения. Модель наша с родителями формирует нашу модель с мужчинами и женщинами. Мама является прототипом отношений с женщинами, мальчик, мужчина, папа является прототипом отношений с мужчинами. Ну, так у нас происходит. Поэтому, обижаясь, мы выстраиваем весь мир через призму родителей. Поэтому важно разобраться с родителями. Но не разобраться физически, а самому разобраться. Чего они себя так вели? Почему вы так на это реагировали? Почему на самом деле они вас любили и так странно проявляли свою любовь? Вы должны для себя понять, что каждый родитель вас любит. Даже самый странный. Он вас любит. Просто у каждого своя любовь. И смотреть я вам всегда рекомендую на призму всего происходящего, то, что другие хотят мне хорошо. Даже если они при этом ведут себя как ебаные люди. Ну, они просто странные. Почему смотреть через эту призму? Потому что тогда вы обязательно найдете нечто хорошее. А хорошее даст пользу вам. То есть, если вы будете искать плохое, что родители вас не любили, что родители над вами издевались, или там ваши другие близкие, или другие люди вообще, вы будете это плохое выносить в свою жизнь новую, вы будете этот груз нести. Но во всем есть всегда плохое и хорошее. Это знаете, как даже в самом дешевом кофе есть хорошие зерна. Поэтому вам выгодно, будьте эгоистом, я всегда об этом говорю, выгодно искать для себя хорошее. Даже когда вас послали в жопу, выгодно найти это, что, блин, хорошо, что меня послали, я реально загнался. Я сделаю из этого выводы. Мне выгодно брать хорошее. Я эгоистка, я типичная эгоистка. Я всегда ищу хорошее, потому что мне это выгодно. Мне не выгодно быть жертвой, мне не выгодно думать, что меня не любят, мне не выгодно думать, что меня ненавидят, мне не выгодно это. Поэтому я думаю, что меня все любят. У меня получился борщ. Кстати, хочу я вам сказать. Кстати, это тоже можно в него добавить. Я уже поняла. Мы с вами герои. Я, правда, не могу сильно сейчас тут убирать, потому что от камеры все видится. Но я могу найти крышку. Нашла. Все. Фокус-фокус, тру-ля-ля. Так, опустились руки, неинтересно ничего, ничего не хочу, уже несколько месяцев так, все резко начало крушиться, что-то можете посоветовать? Дождитесь, когда у вас начнется рак. Обычно говорят, это помогает, когда начинается химиотерапия, сбор денег, вот, вы бежите во все службы, чтобы спасти свою жизнь, говорят, это хорошо отрезвляет. Я думаю, что еще чуть-чуть, и у вас обязательно все получится, включится энтузиазм к жизни. Вот. Или пока выпадете из окна. Тут недавно у меня одна знакомая выпала с 8 этажа. Сказали, ходить не будет, но она нашла хороших реабилитологов. И уже потихоньку имеет шанс вставать на ноги. Всего-то 4 месяца прошло. Еще пару лет, и она сможет ходить. Ваше здоровье. Что делать со злостью на себя за то, что многое не получается? Узнать такую штуку. Я об этом много говорю, запомните. Ваша эмоция, которую вы испытываете, все равно на себя или на другого, это та эмоция, которая притягивает вашу, она имеет определенную частоту, низкую или высокую. Злость – это низкая частота. Злость, агрессия, обида, усталость. И она притягивает к себе еще больше такого же. Вы сейчас являетесь магнитом для проблем, бед, ссор и болезней. Просто осознайте это. И дальше подумайте, хотите стать человеком, который притягивает это к себе больше? Чаще всего вас ждет то, что я только что рассказала. Если вы готовы к этому, ничего не делать, наслаждайтесь, конечно же, попивайте, наслаждайтесь, вот, не знаю, сколько там вам осталось. А если вам это не нравится, то тогда самое время включить голову. Выбор всегда за вами, ребят, вы что, думаете, вас тянуть, буду уговаривать, придите на мой рерайтер, я научу вас жить. Да нет, сами выбирайте, дохните, это же ваше дело, что вы там. Так, зачем ждать, когда закончишь школу и только после этого послать доставшего тебя учителя, он же вас достал, потом будет пофиг на него. Николь, вы, наверное, ученица школы, я так думаю. Вы, наверное, современная молодежь. А в наши времена надо было ждать. Так,
Как бросить курить? Мы вчера на эту тему говорили, как бросить курить. Вопрос в том, что вы бросите курить тогда, когда вы этого захотите и найдете для этого способ. Вот запомните, когда вы задаете вопрос, как это сделать, то, скорее всего, вам просто нравится его задавать. Когда вы по-настоящему захотите, если я вам сейчас скажу, что у вас рак легких, и вы умрете, если не бросите курить через месяц, это будет для вас мотивацией? Ну, давайте так. Будет, нет? Вы все живете, как будто бы, знаете, у вас впереди еще, как у кошки сказочной, 11, 9 жизней, 30 жизней, у вас она одна. Вы все живете, будто бы она никогда не закончится. Она закончится. Вы что думаете? Вы думаете, что вы всегда так сможете жить вот с такими мыслями? Да нифига, коронавирус к вам придет. Вон, смотрите, сколько замечательных, прекрасных людей умерли. Здоровых. А знаете почему? Потому что в бабошеньке были не те мыслишки. Вы не думаете, что когда вы посылаете вот такие мысли и позволяете себе о себе плохо думать, что это вам отпустится? Нифига, ребят, ну будьте реалистами, давайте так. Нифига, оно вам больно бахнет по головушке. Помните об этом просто. И еще раз, несите за это ответственность. Поймите, что это ваша ответственность. Так, как войти в волну любви, если недавно рассталась? Да, Господи, влюбитесь заново. Столько приятных мужчин. Как говорится, клин клином, член членом. Вот. Не пейте колу, она вредная. Это ваша кола вредная, а моя полезная. Каждый раз, когда я выпиваю бокал, я наполняюсь оздоравливающим энергией. Вот поэтому не пейте. Так, школу закончила давно, в прошлой стране. Ну, вот видите, значит, вы мудрая девочка. Я была не такая. Вы когда-нибудь привыкали к людям, друзьям, знакомым? Да, я вообще очень такая привыкающая женщина. Я, например, делаю маникюр у своего мастера с 19 лет. Это 18 лет. 18 лет я езжу за ней повсюду, куда бы, в какую жопу ее не занесло, уж простите. 18 лет. Я стригусь у своего мастера Андрея тоже 18 лет. Я со своим мужем живу 13 лет. Поэтому да, да. Даже кот у меня со мной много лет. Я вот такая. И, кстати, моя школьная подруга с первого класса тоже по сей день со мной. Кто-то меня вытерпел. Как не концентрировать себя на проблемах и быть позитивной? Концентрируйте себя на другом. У вас всегда есть выбор, на чем себя концентрировать. То, что вы концентрируетесь на проблемах, это попросту ваш выбор. Вы решаете, что это сегодня будет для вас главным. А вы решите, что сегодня для вас главным будет любовь, новый проект, написание книги в марафоне «Рерайтер жизни» и так далее. И это будет главным. Я вот сегодня решила, что у меня главный до 12 часов будет борщ. И он появился. Правда, мы с вами сварили самый настоящий борщ. Мой отец здоровый, сильный мужчина, в 53 года лег спать и не проснулся. Я не буду шутить на эту тему. Да, это жизнь. Мне жаль. Мой отец был алкоголиком. И он умер, я не знаю, сколько ему было лет, он все время менял паспорт. Но не сильно много. Да, люди умирают. И от этого нам нужно еще больше ценить нашу жизнь. Если в данный момент нет единомышленников, как не падать духом? Приходите на рерайтер, у меня там сотни единомышленников. У вас есть еще причины не прийти ко мне на рерайтер? Покажите кота, его не видно. Он, знаете ли, такой кот, который как бы сам решает, когда ему показаться. Он считает, что это его Инстаграм, и все недостойны его смотреть, поэтому максимум, что он может показать, это женщину, которая убирает ему какашки. Вот. Поэтому я в его Инстаграме вот могу быть, потому что убираю чьи-то какашки. Ты где, Тимофей? Тебя хотят видеть. Ша. Тимошин. О, ты что тут? Можно я тебя покажу? Мяу, ну пожалуйста. Ну твои рабы хотят тебя видеть. Смотрите, рабы. Недостойные люди, да? Недостойные мы все.
Ну прости, что мы такие недостойные. Прости. Прости. Мы недостойны быть, я знаю. Можно я лапы твои поцелую? Ну, пожалуйста. А мордочка? Мы недостойны. Можно я тебе туалет помою? Нет. Тимош, может, ты им что-то скажешь? Тоже недостойны? Ну, может, там хоть один достойный есть? Но ты же даже не смотри, тебе сердечки шлют, Тим. Ну, скажи им что-нибудь. Смотри. Держава. Все. Все, рабы, мы выполнили свою опцию. Сейчас натрусим шерсти. Да. Британцы такие забавные. Какая пароль? Наверное, порода. Вот Тима британец. Теперь он вылизывается такой, знаете, типа, фу, меня потрогали. Так, все, отдала детям, переживая за их жесткость в наших отношениях. А вы, извините, забейте на детей и начните жить своей жизнью. Вы детям, в принципе, дали все, когда родили их. А потом еще, может быть, кормили и воспитывали. Чем больше вы сейчас пытаетесь для своих детей сделать, тем менее эти сволоты, я и о себе тоже говорю, становятся благодарными. Такая опция у нас. Поэтому займитесь своей жизнью, и все. Я своим малым сказала: девочки, я превращаю вас до 18 лет в принцесс, а потом вы превращаете свою жизнь в сказку. И мамину тоже. У нас с вами есть договор до определенного времени. Вот, я вам помогаю быть красивыми, шикарными женщинами, а потом вы помогаете мне не париться вашим будущим. Так, да, у вас тоже рабы. Что смотивировало тебя похудеть? В смысле похудеть? Я лет 20 уже худая. Я не люблю быть жирной. Мне не нравится целлюлит. Мне не нравятся складки на животе. Мне не нравится размер больше, чем S. А желательно XS. Мне нравится хвастаться красивой фигурой. Мне нравится идти с двумя дочками и знать, что я охуенно выгляжу. Мне нравится, что меня хотят мужчины и мой муж. И не хочет никого другого. Список длинный. Могу продолжать. Если давать детям, не ожидая благодарности, просто потому что давать самой себе в кайф. Ну, видите, вы имеете право делать то, что вы хотите. Но попробуйте пожить для себя немножко. Попробуйте. Вот моя мама, например, прекрасно с этой задачей справилась. Нашла себе прекрасного жениха и замечательно живет. Вот, поэтому я думаю, у вас тоже получится. Итак, друзья, ага, вы такая красивая, благодаря вам занималась свадьбами, господи, я, видите, открыла, сколько свадебщиков. Теперь вдохновляете меня еще больше. Вот, хорошо, это замечательно, спасибо вам всем большое. Я вам напоминаю о том, что я вас 1 марта приглашаю на свой мастер-класс, который называется «Управление реальностью». Приглашаю вас, он платный, стоит целых $5. Это сколько? Это где-то 3 кофе-латте в Макдональдсе. Может быть, 4. Не уверена. Надо попробовать будет. Я вас приглашаю. Это будет системный мастер-класс. Что такое системный? Системный – это когда мы говорим не обо всем сразу, как я обычно делаю. Когда мы систематически прорабатываем, мы получаем план, что мы можем сделать прямо сегодня, прямо сейчас, прямо в ближайший месяц для того, чтобы получить видимые изменения. Я вас приглашаю прийти ко мне поработать. Если вы не добрались еще до рерайтера, если вы добрались до рерайтера и знаете уже, как у меня учиться, тем более, welcome. 1 марта у нас старт. У меня есть ссылочка в сторис на оплату этого мастер-класса. Также ссылочки есть у бота в Телеграме. Кто подписан, кто читал мои книги, вам приходят сообщения в бот Телеграма. Welcome. Можно написать мне в директ, если вы совсем не можете ничего найти. Все ссылочки везде закончились. Welcome. Напишите мне в директ, я вам с удовольствием отправлю. Не втыкайте, не ищите суперспособы.
начните заниматься собой, начните разбирать себя, понимать нашу реальность, она не так сложно устроена, вы сумели свою жизнь очень сильно запутать, и вы точно сможете ее распутать, это сильно проще, поверьте. Всю жизнь вы делаете гораздо более сложные движения, нежели надо было делать. Поэтому я вам об этом расскажу, я дам вам план, что вы можете начать делать, и вы увидите, что это все работает. Так что ваше здоровье, спасибо, что помогли мне сварить борщ. И, собственно, 1 марта, 1 апреля стартует рерайтер жизни, а 1 марта будет мастер-класс. Это разные вещи. На рерайтер жизни я вас приглашаю с 1 апреля, но 1 марта, это будет следующий понедельник, у нас будет этот мастер-класс. You are welcome. Поэтому еще раз спасибо всем большое, что вы были со мной. Вот так неожиданно. Обнимаю, целую. Пух.